Друзья, я всех приветствую. Сегодня я вам хочу немножечко рассказать о вот данном каталоге монет СССР и России 1918-2021 год. Это вот такой вот небольшой карманный справочник, небольшого такого размера, который поместится, в принципе, в карман, может даже залезть. И очень полезная вещь для коллекционеров, нумизматов, а также для поисковиков, которые копают монеты с металлом детектором. Очень часто выкапываются монеты в данной эпохе с 18 по 2021 год. И, естественно, мы все хотим знать максимум об этой монете. Ну, давайте посмотрим бегло. О чем вообще справочник? Что здесь есть? Как видим, здесь есть практически все, что нужно для коллекционера нумизмата-копателя. Регулярный чекан монет, юбилейные монеты, браки, наборы, золото, серебро, платина. Все, что выпускалось в этот период, все мы здесь найдем. Вы спросите, как он работает? Работает очень просто. Давайте всегда все станет понятно, если провести пример. Ну, давайте, к примеру, возьмем на скидочку, ну, к примеру, 3 копейки 1971 года. Как ее найти, как им пользоваться? Выбираем, к примеру, ищем. Вот у нас подходит 71 год, подходит вот в эту графу регулярный чекан 21-91 год. Ищем 3 копейки, страница 21. Находим страничку. Оп, вот она где-то рядом. И вот видим на этих страничках мы 3 копейки, ищем наш 71 год. Он входит вот в этот промежуток с 58 по 91. Находим 71 год. И видим, что выпущено было 380,1 миллиона. И стоимость Verified 4000 рублей, Unc 7000 рублей. Вот такая вот информация. Если у вас есть такая монетка, вы можете примерно рассчитывать на такую сумму. Вот. Также, что здесь еще есть? Бывает, что монеты бывают разных разновидностей, то есть у них есть какие-то изменения, отличающиеся на монетах. Вот, к примеру, возьмем вот 3 копейки 34 года. Видите, здесь есть целых три вида. Буква С круглые, буква С вытянутые и есть какой-то еще тип 3. Вот, и, кстати, здесь сразу же вот можно, к примеру, посмотреть, как выглядят вот вытянутые буквы, выглядят, к примеру, так. Округлые буквы выглядят так. И все по каждой разновидности, подробная информация и ценники. Очень все просто, доходчиво, в принципе, нету ничего сложного, чтобы ориентироваться по этому справочнику. Вот можно бегло его полистать, посмотреть. Очень представлено все в красках. Цветные фотографии монет, очень качественная печать. Все конкретно хорошо видно. И информация представлена в виде табличек. В зависимости от вида монеты, здесь будет информация, где больше, где меньше. Но все, что полезное, вы в нем найдете. Также, что я тут очень мне понравился момент, я тоже вот такие вещи собираю. Я вот такие карточки собираю, типа блистеров, наборчики. Так же самое по всем этим наборчикам вы можете найти подробнейшую информацию. Сколько стоит, какой тираж. Вот, все, что выпускалось, здесь найдем. Очень мне вот этот раздел понравился. Раздел браки. Все виды браков, которые существовали на монетах. Даже тем, кто интересуется монетами, им тоже будет также интересно посмотреть, как это все выглядит. И глядите, может быть, в ваших кошельках вы найдете такой вот дефект. Вот, к примеру, полный раскол штемпеля. Вот такая, как бы, как ниточка. По монете идет, если вы себя найдете, никогда не выбрасывайте, всегда найдите этот каталог, и вы можете посмотреть про этот брак, сколько стоит, и очень полезная информация. Вот. Также здесь представлены все магазины, где можно приобрести данный каталог, есть линеечка, спонсоры, и в данном каталоге еще, что мне понравилось, очень есть, можно смотреть видосики. Спросите, как можно в каталоге смотреть видосики? Очень просто. Здесь есть у нас
различные, к примеру, видосы на тему монет, направляете ваш телефон на QR-код, и все, и у вас сразу же открывается видосик. С помощью него вы также сможете и кино смотреть, что тоже немаловажно. Вот так вот пробегаюсь, смотрю, юбилейные монеты с золотом. Это вообще есть, какие существуют. Всегда можно посмотреть, ознакомиться. Значит, очень есть даже информация об авторе. Потом купите каталог, обязательно прочитаете. Что здесь такое? Тоже виды разновидностей можно посмотреть, какие бывают. К примеру, двойные поводья. У этой лошади видны двойные поводья, а здесь только одни поводья. Вот видите, такая разновидность, и сразу у нее другая цена будет совершенно. То есть масса интересной, полезной информации. Вот я вам листаю, вы смотрите, что здесь примерно есть. У каждого человека в кошельке наверняка вы можете взять, достать свой кошелек и найти что-нибудь интересное и стоящее, может быть, даже каких-то интересных денег. А также интересно, у каждого в семье есть старые монеты, оставшиеся от бабушек и дедушек. Все так же само можно проверить, посмотреть и узнать подробную информацию. Вот такой каталог. Купить его можно в магазине. Вот его адрес: www.coinsmoskov.ru. Также ссылочка будет в описании. Поэтому, друзья, я вам не первый год пользуюсь этими каталогами. Конечно, в телефонах все это намного удобнее, но бумажный вариант. Так, это самое, то же самое, что читать книгу в бумажном виде или на телефоне. Кто книги читает, тот прекрасно знает, что нет ничего лучше бумажного вида. Поэтому, друзья, рекомендую. Двумя руками за, поставлю 2 лайка этому каталогу. Так что проходите по ссылочке, покупайте данный каталог и наслаждайтесь своими хобби и увлечениями. Все, всем пока. Я вас всех рад был видеть. До новых встреч.